Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» в 13-й раз за свою историю собрал юных талантов со всего мира. География участников нынче расширилась до самой Финляндии. В этот раз районный центр Климовичи принимал артистов из 11 стран. Вся Прибалтика, Украина, Россия, Казахстан, Молдова, даже из Турции приехали. На фестиваль свою дочь привез Джим Гюрдал, завсегдатай жюри, в качестве президента пчелки. Купалинка на белорусском языке. Солисты и коллективы по традиции проходят сначала отбор у себя на родине. Порой не один десяток соперников противостоит, но кто хочет, тот добьется, как пелось в одной популярной песне, и слетаются со всего мира юные таланты. Ну а нам, кажется, нужно все рассказать по порядку, чтобы ощутить весь этот кропотливый творческий процесс под названием «Фестиваль». Стартовал он пресс-конференцией, и первые же слова – благодарности в адрес гостей. Мы приехали в этот небольшой белорусский городок для того, чтобы показать своих детей, пообщаться со своими коллегами. И уже спустя минуты событие, которое вошло в историю «Золотой пчелки» навсегда. Место для фотосессий официально открыто. Названия всех 22 стран, участников «Золотой пчелки», теперь навсегда вписаны в историю фестиваля. То, что из себя представляет дни фестиваля «Климовичский парк», трудно назвать одной лишь ярмаркой. Скорее, один сплошной мастер-класс. Дырочки затыкаем. Стойте, стойте, за мной, тише! Тише, дайте я не попробую. Ой, реально. Вышивка, роспись по стеклу. Как реакция? Ну, людям нравится. Очень красиво. Смотрят, спрашивают, хотят купить. И даже раскрывают секреты кузнечного отдела. Это то, что не даст, как мы говорим, ни один интернет. Духовно хорошо, весело и хорошо. Ну, это самый главный праздник для нас. Серьезно, наверное, главнее, чем Голден Би. Все-таки на Новый год столько гостей не съезжается ни в один городок. И есть из-за чего. Мы приготовили действительно сюрприз, потому что, приезжая на ваш фестиваль, я убедился, что именно фестиваль детей сдруживает этих детей всех тех стран, которые принимают участие. Северная Осетия – постоянный участник «Золотой пчелки». За кулисами Алан Гвараев, руководитель коллектива «Бонварнон» из Владикавказа, раскрывает секреты своего приезда в Климовичи. В нашем городе третий раз, вот буквально в середине мая, проходил третий международный фестиваль детского творчества танцевального. Называется «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы». Это очень мощный сейчас получается фестиваль тоже. В этом году у нас было 19 ансамблей. Когда уезжал сюда, был в управлении культуры, они даже специально мне передали, вот тебе понравится какой-нибудь ансамбль, передай вот наш фестивальный набор им и скажи, чтобы они обязательно прислали заявки, потому что сейчас основную ставку у нас делают на то, чтобы приглашать на наш фестиваль именно в первую очередь страны бывшего Советского Союза. Кстати, в Северной Осетии прекрасно уживаются 54 танцевальных коллектива. Ну, я хотел сюда приехать, показать, ну вот, что нас научил Алан Давидович. И все они почитают свои национальные традиции. Скажите, что на ребят одето? Что национально? Что здесь? Ну, это традиционная кавказская одежда, она называется черкеска. Пуль не было, и мы засыпали порох, дроби, и здесь был заряд. Это как патронтаж. Раньше вот на этих, они вешали, например, с собой сухпай, например. Здесь они могли держать с собой медицинские травы, что-то такие, мази, чтобы так навешивали на них. Ну, это как стилизованно, уже такой сценический вариант. И, конечно, кинжал, правда, детский, игрушечный, а вот стойка на пальцах самая настоящая, по всем правилам. Танцевать на пальцах всегда было, это, конечно, как, так скажем, высший пилотаж. Это да. Визитная карточка. Да. Это, конечно, очень такой сложный элемент, и поэтому там есть определенная техника, так просто нет.
Мы, например, не позволяем даже детям просто без обуви. На молдаванах вообще особая миссия на «Золотой пчелке». Заданный ритм танцорами из Санжирея держится на протяжении всех фестивальных дней. Пока соперники на сцене разминаются прямо в парке на траве. Но колорита от этого почему-то еще больше. У нас танцы с юга Молдавии. У нас там считается как бы родина танцев. Молдаван в принципе невозможно перетанцевать. Нет, это с годами. Нет, там много желаний. Нужно, чтобы было желание. И если тебе нравится, ну тогда все получится. Овца! Вот именно этот вирус задора когда-то подхватили могилевские артисты. Мы ездили в Прагу и Смоленск, и в Смоленске стали первыми, и в Праге тоже стали. Да. Да. А это третья победа подряд. Конечно, руководитель Наталья Геннадьевна не нарадуется победам своих воспитанников. Работали много, но очень хотели выиграть. Поверьте, так хотели выиграть. А потом перед нами выступали осетинцы. Конечно, их перетанцевать невозможно. Но мы так старались. Это же южный народ. Я не знаю, хорошо, плохо, но вот первое место получилось. Это колоритно, это интересно. А потом познавательно. Мы же видим, тем более это фестиваль международный. Когда знакомишься с другими, они-то многого не знают. Вот это здорово. Девчонки, с кем познакомились, рассказывайте? С девочками. С они купили нам чипсы. С мальчиками из России познакомились. Как песня... Как песня вся жизнь, как песня. Удивили в этом году и бобруйчане, хотя их школу и танцы, и вокалы считают одной из лучших. В составе коллектива Виктория Гаврилкина. Жюри за кулисами советовала: присмотритесь к таланту. Присмотрелись и даже не узнали ее в новом амплуа, принесшем ей в итоге диплом первой степени. There is no one, my baby is back home. Вообще, о фестивале «Золотая пчелка» коллективы из многих стран отзывались довольно тепло. Мы приехали из Казахстана, город Атырау. Это у нас вокальный ансамбль «Дарын» при Атырауской областной филармонии. Яркий праздник. И люди очень добрые, смотрю, отзывчивые. У нас все здесь нравится. А вы чувствуете, что вы дома, вот как здесь? Да! А литовцы не могли не вспомнить о мошках. Мы познакомились с вашими мушками. Это было в Могилеве, это на каруселях. Они нас совсем, конечно же, совсем скушали. Мне понравился карусель. Жители очень такие гостеприимные. В общем, так все тепло, хорошо. Дети сказали, не хотим уезжать. За три фестивальных дня на концертные площадки Климовича вышли свыше 600 юных исполнителей. А количество зрителей перешагнуло 25-тысячный рубеж. В полном восторге от «Золотой пчелки», как всегда, впрочем, Светлана Стаценко. Есть ребята очень хорошие. Вы знаете, вот из тех ребят, которых я посмотрела на «Золотой пчелке» в вокальном конкурсе, смело можно брать 3-4 человека, это много, с одного конкурса, и готовить целенаправленно
на конкурс Евровидения детское. Мама наших белорусских побед на детском Евровидении, как называют Стаценко, уверена, детскую эстраду тоже пора модернизировать. Хватит перепевать Леди Гагу. Нужно дать что-то. Нужно, уходя, допустим, после себя что-то оставить. Нужно, нужно дать новые детские песни в новых исполнениях. Ведь детям, к сожалению, нечего петь. Нужно заставить ребят самого думать, как преподнести эту песню, а не так, как тебе предложили в данном моменте на диске. Стаценко уверена, секрет успеха на детских фестивалях кроется в трех простых составляющих. В вокале три основные вещи должны быть. Это голова, мозги должны быть, да, вокал и внутреннее такое. Вот он должен этого очень хотеть, он должен жить этим. И тогда все получится. Гран-при Международного фестиваля детского творчества «Золотая пчелка» в этом году уехали в Молдову, Литву и Россию. Еще три остались в Беларуси. Настоящим открытием назвали Егора Шаранкова из Светлогорска. С таким вокалом и репертуаром обычно побеждают на Академии талантов Великобритании, но победу он одержал на «Золотой пчелке». Многочисленные дипломы, подарки и обязательно каждому отдельное спасибо за праздник. Ведь именно благодаря этим юным артистам он происходит каждый год в конце мая в Климовичах, несмотря на погоду и количество мошек. Я думаю, что ему жить. Министерство культуры со своей стороны всегда будет оказывать поддержку этому фестивалю. И я думаю, что в будущем появится еще больше государств. Мы не будем останавливаться на 12 и 13, как это в последнее время обычно. Вот, я думаю, что из других стран, из других континентов будут приезжать сюда на этот фестиваль и показывать свое мастерство.